Добрый день, друзья! Всех поздравляю с праздником! Сегодня у нас большой праздник, День Киева. Киеву сегодня 1540 лет. И вот такая композиция «С мрією в серце». Вот это наша мрія, которую спалили, гастомили. Был самый большой грузоподъемный самолет. Кто спалил, вы знаете. Вот такая красота у нас. И такое сердечко. С праздником всех. Всех люблю, целую. Не устаю всех поздравлять еще раз с праздником, любимый Киев. Такие красивые клумбы сделаны. Киев очень красивый, самый зеленый на свете. Помню, как Киеву было 1500 лет. Это было в 1982 году. Когда была я молодая. Сама не припомню, когда. Да. А скоро зацветут розы. Вот это будет тоже красота. Будет период роз. А, уже куст цветет. Вот какой красивый кустик. А сирень наша отцвела. Вот какая она уже стала. Вот красивенные. Красивые петунии называются, по-моему, если не изменяет мне память. Ох, пахучие. Погодка супер, как по заказу. Людей полно, все гуляют. Ой, акация цветет. Смотрите, какие деревья красивенные. Аллея. Ну и запах. Ой, как красиво. Висят прямо грозди. Вот здесь прохладненько, хорошо. Тенечек, а то очень жарко. Обещают нам что-то до 30 градусов. Значит, пойдем на пляж. Нужно опробовать водичку. Раз Турция отменяется в этом году, будет Днепр. Будем купаться на Днепре. Боже, как же тут хорошо. Девочки, вы не представляете, какая прекрасная весна. Пахучая. Ой, и так бы и спала под акацией бы. Супер. Киса прогуливается. Такая красивая, ухоженная. Видно, домашняя. Не боится. Молодец.
Да, все поздравляют сегодня, приятно так. Всем спасибо за поздравления, и я вас всех поздравляю и люблю. Ой, липа такая огромная, тоже вот-вот зацветет. Ну а сейчас пойдем на озеро, прогуляемся еще на озере, проверим уточек. Там уже добавились новые семейства. Идем на озеро. Дневная прогулка плавно переходит в вечернюю. Вот сколько уточек плавает. И одна чайка. О, дерутся, идет борьба за уточку. Селезни гоняют друг друга. А деток нет. Ну, уже поздновато, видимо, спать уже пошли. Мамашки их отправили поспать. На той стороне еще солнце есть. Здесь уже все, солнце ушло. И они на той стороне греются. Так хорошо, когда есть озеро, река. Есть куда пойти, подышать свежим воздухом. Утки друг за другом бегают. Дерутся. Не хватает им девочек. Фу, голуби полетели. Чайка. Чаек мало, видимо, улетели. О, приземлилась. Что-то поклевала и полетела. Джик. Видите, как летает. Хотела приземлиться, что-то ей не понравилось. 10. Вот они красавицы. Пересчитаем 10 штучек. 10. Ой, наконец-то мы их нашли. А подросли? Да, подросли. Мама на стрёме. А дивися, как вода стала белая. Чего воно так стало вот это мутное? Вода грязная, да. А оно там сколько хлеба, смотри сюда, там хлеб. Мамашка. А тут было четверо, и сюда поплыли. Курочки, да? Да, курочки. И папа, и мама были, и их было четверо. Ну все плывут оттуда. Ну то их не там дома, тут они это. Они там греются? Да, они там греются. А сюда приходят, да, спасаются от жары. На базар приходят кушать. Кушать, да. Что они там это самое? Да, 10 штучек. Кушайте, бежи. Как таракашки. Да. Смотри, как. Куда я попался? На утечку. Да что она достает? Хлеб достает. И мама. Мама, ты куда стоит? Вот куда же она стоит? Ну, за что там было такое великое? Чуть-чуть паха. Кто-то так нырнул, я тоже видела. Нырнуло такое. И не выныривает. Ну, куда нырнуло?
Или рыба, или черепаха. А может, крыса? Я бачила уже сегодня несколько раз вот так. Уйфала, а что оно уйфало? Вот такой зоопарк интересный. Утя, утя, утя. Уточка. А она не кушает, наблюдает. Вот так заканчивается наш день на позитиве. До новых волнующих встреч!